А мы заново родились. Здорово, здорово, братья. Здорово, систер. Здорово, братья. Так, подождите, вы меня опять заново учить будете, что ли? А, нет. Так, я знаете, что хочу? Давайте-ка мы как-нибудь с вами эволюционируем немножко, что-нибудь придумаем новое нашему типу. Буги-вуги. Опачки, опачки, попцом потряс. Тверкнул немножечко. Все, готов? Давай, прижми свой попец. Ура! Скоро из этого яйца вылуплюсь я. Почему вот цвет яйца зеленый? Хотя раскрас у нас красный. Но это не важно. Так, нам, знаете, надо доработать крылья. Ух ты! Ты посмотри, а, какие у нас челюсти появились. Офигенные, крутые, очень классно выглядят. Знаете, как у чужих каких-нибудь. 250 ДНК. Да, копить мне еще долго. Глаза, уши появились. Руки. Ничего нового для ног и для рук не появилось, в принципе. Из крыльев давайте чего-нибудь нам там надо для прыжка. А, вот, прыжок. То есть вот этот лепесточек будет выполнять прыжок. Давайте попец прикроем. Чтоб срамоту не видно было. Нет, так не надо. Так будет вместе с булками трястись. Так что давайте как-нибудь вот сюда, вот так вот. Эть-эть-эть. Ну, что-то слишком как-то... Айси вот сюда. И вот так вот сделать. О, вот так пойдет, как у индейца, слушайте. А вот на крылья нам не хватило, к сожалению. Крылья, значит, в следующий раз. Либо мне чего-нибудь нужно убирать. Так, давайте-ка листву уберем. И посмотрим, хватит ли нам денег. Ой-ой-ой, как же я буду теперь прикрывать свои прелести. Так, крылья у нас будут либо противомах, либо пересмык. Ну давайте вот где полета побольше. Наверное, такие мы и добавим. О, отлично. Ну вот, в принципе, как-то вот так вот у нас теперь получилось существо. Здесь у нас вот такой вот маневрирующий хвостик маленький из листика сделан. Топтун у нас будет называться теперь 3.0. Все банально просто. Все элементарно и просто. Давайте же посмотрим, что же у нас выходит с полетами теперь. Привет, маман. Чё, чему научишь? Ну, в общем, вот такие вот мы чудики теперь стали, летающие. Наконец-то, я так давно хотел сделать себе крылья, и вот они у нас теперь появились. Так что пойдемте летать. Где у нас фрагментики-то еще были? Вон, в ту сторону. Пойдемте в ту, значит, сторону. А, не, пойдемте лучше по берегу. О, вы посмотрите, какой там гигант. Эй-эй-эй, динозавр. О, там еще один, вы посмотрите. Че, они драться будут? Ух ты ж, нифига себе. Чувак, а че ты такой прозрачный стал? Битва титанов намечается. Кстати, он очень злой. Дружище, может ты отойдешь? У тебя какие-то ракушки, конечно, на ногах. Я понимаю, что это некрасиво. Так, нет, 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 дружище. Я... Ой-ой-ой-ой-ой. Вау, я не туда лечу, не туда, не туда, не туда. Прям к нему. Вау, 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 подожди, полегче, полегче. Дружище, мне... Нет, отстань, отстань. Ой, блин. Давайте попробуем натравить как-нибудь их друг на друга. Может, они будут воевать. Че, меня растоптали, что ли? Да вы прикалываетесь, он же меня даже не догнал. Да уж. Конечно, гнездо я выбрал не в безопасном месте. Они тут совсем рядышком вон бегают. Так, ладно, зато вроде бы как тот убежал. О-о-о, по каким мы темным местам-то ходим. Я тут камушек подобрал. Кстати, я с этим камушком вообще теперь летать не могу. Тяжеловато стало. А, нет, могу. Ладно, пойдемте в кого-нибудь кинем. О, дружище, подожди. 250 хп. Нифига себе ты здоровый. А у меня 10 хп всего. О, нифига себе, какие тут статуи. Слушайте, как у инопланетян. Так, дружище, ты что такой злой? Хочешь, я тебе камушек дам? Подожди, я тебя сейчас... Лови! О, так я его оглушил. А, так я у тебя фрагментик еще возьму. Да ладно, ладно, чуваки, не ругайтесь, чё вы. Ну чё вы,
Хорошо урчать. Бежали бы лучше. Так, вон, я вижу фрагментик еще один. О, ну-ка сейчас мы туда вдаль пробежим. Опачки. Не было и появилось из ниоткуда. Давай, давай, давай. Залезу, не залезу. Должен. Нет, не залезу. Интересное такое местечко здесь. Необычное. Так, где у нас еще фрагментики были? Вон в той стороне. Чуваки, ну чё вы такие злые-то, а? Я к вам в гости пришел, давайте знакомиться. Вас я грохать не буду. Так что давайте с вами споем. Опачки, нифига, вот это наезд. Вы поняли, да? Они не хотят песен купить. Сейчас мы в него всеми своими атаками. Фух, я думал, что он меня сейчас грохнет, вот серьезно. Вы посмотрите, а с тем-то я хотел запеться, и он тоже был готов. А тут ко мне сзади хобана и подходит один, и начинает меня тут грызть. Ну вот засранцы. Так, ладно, продолжаем нашу с вами экспедицию. Кто у нас здесь? О, ребят, привет. Давайте зазнакомимся. Давай танцы-шманцы сделаем, все дела. Блин, такое ощущение, как будто он на какой-то трубе играет. Чё, нет? Я не твоего уровня, типа? О, да вы посмотрите на него. Давай-ка еще раз. Блин, нет, с этими не получается знакомиться. Я требую группу поддержки. Поддержка, где вы? Вон, взлетели из кустов. Давай, давай. Ох ты, какие лупоглазики на помощь мне прилетели. Так, чуваки, теперь-то я вас точно затанцую. Или запою. Давайте. Давай петь. Оу! Е, как мы быстро достигли соглашения-то с группой поддержки. Чё-то так осматривается. Ну, чё происходит? Кажись, у меня мозг вырос. Во! Блин, они странные такие звуки издают. Сила мозга. Существо стало умнее и освоила новый навык. Теперь оно сможет создать стаю. Вместе веселее. Ну круто, теперь мы будем не как всегда и один бегать, а целой стаей. Будем кучей просто завоевывать нашу планету. Итак, а где моя стая? Надо вернуться домой. Стая. Стая, стая, я сейчас приеду домой. О, бегу я такой домой, бегу. А здесь у нас здоровяк вот такой вот, смотрите. И думаю, ну раз группа поддержки от меня не улетает, дайте-ка я на него нападу. И вот что из этого вышло. Вся моя группа поддержки полегла. Остался только я. А я пошутил. Ой-ой-ой. Давай-давай-давай, быстрее-быстрее-быстрее на гейзер. Фух, все, полетели отсюда нафиг. Вон, домой-домой-домой. Хорошо, что гейзер был рядышком. Ты, чувак, блин, это опять тот опасный тип. Я где-то уже рядом с домом бегаю, кстати. Да, вон там, вон домик. Фух, вроде улетел от этих гигантов. Так, а вот моя стая. Здорово, стая. Итак, ребята, мне нужна стая. Я теперь могу с собой взять еще одного человека. Кто со мной пойдет? Нет, ты не смотри. Ты слишком туповат. Так что возьмем тебя, да? Блин, а ты что, девочка, что ли? Че ты, блин? Давай-ка мы с тобой лучше попоем, и ты пойдешь со мной, да? Все, мы просто идеальная с тобой стайная пара. Ой, сколько радости, вы посмотрите. Друганы на всю жизнь. Просто капец. В стае пополнения поприветствуем вновь прибывших. Охота, пение, танцы, существа и стаи будут все за вами повторять. Ну, круто это на самом деле. Теперь все будет намного легче относительно. Блин, а почему этот мелкаш ко мне пошел? Ой, яйца раскидал случайно. Я вроде бы с тем, как пел и дружился. А пошел со мной вот этот мелкаш. Блин, коротыш. Ладно. Будешь пролазить там, где я не пролезу, да? Ой, какой ты. А что, мы втроем будем бегать? У меня вроде как слот для одного был. Ну, значит, мы будем втроем бегать. Чувак, ты что бежишь? Помощь нужна? Эй, пупок. Че спрятался? Да не ссы ты. Давай запоем лучше с тобой. Подожди. Давай споем.
От страха убегает. Я грохнул, что ли, его когда-то, а? Чего ты меня так боишься? Может, ты вон тех вот великанов боишься? Как у вас дела? Давайте задружимся, у вас есть крылья. Давайте попоем. Надеюсь, вы меня не перепоете. Ой, 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 ой. Как вы умеете? А я так не умею. Ну и пошли вы тогда, знаете куда? Идите вы в баню. Я пойду дальше по своим делам. Чуваки, давайте с вами задружимся. Мне нужна ДНК. Давай, давай. Ой, а чё у вас трое-то? О-о-о-о. Слушайте, да так в караоке даже не поют. Да. Ща, подождите, ребят. Дайте я подмогу вызову. Где моя подмога-то там? Кто ко мне придет на помощь? Так, прилетели. Да, я ожидал большего. Ну ладно. Давайте вот этих чуваков запоем, ребят. Давайте. Ну-ка, макаки, покажите теперь, на что вы способны. О, сколько их стало-то, слушайте. А, нет, их все до сих пор трое. Так, повторяем. О, боже. Не, ребят, они настолько хорошо поют, что эта банда мне даже не поможет. Ты чё тут на рок-концерт пришел, а? О, кажется, нам валить отсюда надо. Ребята, в атаку! Подождите, в атаку! Давайте, нападайте на него! Давайте! Валите его, нафиг! Все вместе мы... Ой, кажется, у меня уже все полегли, слушайте. Кажется, надо ноги отсюда уносить. Все, ладно, валим, валим. Там остался один мой. Убегаем, дружище. Убегай оттуда, что ты его убьешь? Ну и все, ну и кранты тебе будут. Открыл рот и бежит просто. Да-да-да, бежать надо, я тебе о чем говорю. Ты тормоз. Убегай оттуда. Ой, блин. Да. Кого в мою стаю занесло? Вроде бы сородича, какой-то он немножко туповат. Ладно, чуваки, есть что пожрать? Я проголодался. А, вон там он. Есть деревце с фруктами. Ладно, пойдемте покушаем. Да-да-да. О, ништяк. Утолили свой голод. Давай еще вот этот фруктик схавай. Все, отлично. Так, дружище. А в стаю я же, по-моему, могу принять и не только своего, а и хорошего друга, на... Давайте-ка попробуем с кем-нибудь задружиться настолько, чтобы этот чувак пошел ко мне в стаю. Вот, давай, например, ты. Ты, конечно, какой-то стрёмный, но давай попробуем. Мало ли. Так, чё ты, пел? Не, не прокатит. С этим чуваком не прокатит. Ладно, не прокатит, так это... Лови тогда палку. На палку. О, получил, толстый. Да, ну ладно, чуваки, не обижайтесь. Я пошел дальше путешествовать. Давай-ка мы с тобой задружимся. Ой, все, короче, я пошел. У меня совсем нет голоса с вами петь. Вы все так любите петь? Итак, я прибежал домой. Хочу сейчас эволюционировать немного, потому что у меня нету голоса. А все соседи любят петь. Короче, мне ни с кем не задружиться. И вот в этом у меня проблема. Так что сейчас надо поменять себе немножечко ротовую полость, чтобы у меня были хорошие вокальные данные. Сейчас вот я присяду. Ну, давай. Опа, яичко. Отлично. Ну что ж, придется нам расстаться с этими прекрасными зубами и губами. Сейчас мы поменяем тебе рот на другой, усовершенствованный. Пение один. Так, нам надо пение... Или укус. Вот такой вот мы сейчас и тогда и поставим. Непонятно, конечно, что это у нас. И глаза надо, да? Ну, в общем, ребята, теперь мы будем вот такие вот. Какие-то франкенштейны. Все у нас части тела будут сшиты. Так что называться мы теперь будем не Топтун, а Фран. Франштейн. Знаю, что франкенштейн, но будет у нас Франштейн. Так что поехали. Так, вот этот друган, иди сюда. Сейчас мы с тобой тут организуем банду.
Да подожди, куда ты убегаешь от меня? Давай банду. Так, надо спеть. Поем. Отлично. Ты в банде. Так, теперь пойдем. Пойдем новых друганов искать. Ух ты ж, нифига себе, смотрите, на кого мы тут наткнулись. Какие чудики. Ну-ка, давайте мы с вами задружить попробуем. Вы такие необычные. Так, что вы будете делать? О-о-о-о, подождите, полегче, полегче. Чего у вас так много-то? Так, значит, вы поете, да? О, кажется, ребят, нашу идиллию тут сейчас прервут. Валим, 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 валим отсюда. Ё-матрёшки. Ёкарный. Ой-ой-ой. Блин, эти великаны. Засранцы, а. Не дают? Да вы издеваетесь, моего... Эх, моего партнера по команде сожрали. Ладно. Думаю, что на сегодня похождений хватит. Пора, баиньки. Если вам понравилось, то с вас лайк, подписка, кто не подписан. И обязательно комментарий. Да ты хорош путешествовать за мной. Ты чё, какнул там, что ли? Ой, ребятки, кажись мне крынде. А, все, он убежал. Ты посмотри, какой разговорчивый, а. Что-то еще там говорит. В общем... Да вы посмотри, он реально как будто какие-то слова говорит. Забавно. В общем, ребят, если вам понравилось, то с вас лайк, подписка и обязательно комментарий о том, продолжать мне играть в эту игру или нет. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.